Примерно полгода назад я посмотрел художественный фильм Глеба Памфилова «Васса». Как же я был впечатлен игрой Инны Чуриковой, этакая суровая и беспринципная купчиха, играющая судьбами людей. Но на днях я посмотрел еще одну, более раннюю экранизацию пьесы Максима Горького, в которой главную роль исполнила Вера Пашенная. Мне, конечно, писали в комментариях, что игра Веры Пашенной не идет ни в какое сравнение с игрой Инны Чуриковой, но я никак не ожидал увидеть такой контраст. Впрочем, я могу долго рассуждать на эту тему и толком ничего не объяснить. Давайте внимательно посмотрим 4 эпизода, где актрисы играли примерно одну и ту же сцену, а потом уже попробуем сделать выводы. Вы предложите прокурору сделку, чтобы он не заводил шума. Мне нужно это дело похерить. Совсем похерить. Ведь у меня дочери. Предложите прокурору сделку. Мне надо это дело похерить. Совсем похерить. У меня дочери. Хочешь, на колени встану. Я перед тобой. Отойди! Хочешь, я на колени встану перед тобой. Я перед тобой. Поди ты прочь. И вот полтора десятка лет везу я этот воз. Огромное мое хозяйство везу. Детей ради везу. Полтора десятка лет я везу этот дом. Все это огромное хозяйство. Детей ради везу. Мое дело в моих руках. Я здорова. И никто мне не помешать, не застращать меня не может. Мое дело в моих руках. И никто помешать мне не может, и застращать меня ничем нельзя. Хочу сразу признаться, Инна Чурикова – одна из моих самых-самых любимых актрис, поэтому мне чрезвычайно тяжело делать объективные выводы. Но я буду честен. Как по мне, Вера Пашенная на порядок превзошла Инну Чурикову в исполнении роли Васы Железновой. Внук мой – наследник пароходства Храповых и Железнова. Васа Железнова – это железобетонная женщина, у которой сердце, если и не умерло, то закрыто на тысячи замков. Она не знает жалости и сострадания. Она рациональна, словно робот. Именно такой образ и воссоздала Вера Пашенная. Инна Михайловна, если вы смотрите этот ролик, то простите меня, дурака, но я должен сказать правду. Вы слишком добрая женщина, чтобы играть роль столь бесчувственной особы, как Васа. Но это нисколько не умаляет ваш актерский талант. Вы прекрасны в любой роли. Ну что же, я выразил свое насквозь субъективное мнение. А что вы думаете, уважаемые читатели? Кто, по вашему мнению, лучше справился с ролью Васы Железновой? Инна Чурикова или Вера Пашенная? Как всегда, благодарю за просмотр. Надеюсь, вы не забыли про лайк и подписку. На этом все. С вами был Павел, журнал «Советское кино». Смотрите хорошие фильмы.